9-летние хоккеисты уверенно выходят на лед. Все они одного возраста, но занимаются хоккеем кто 3, а кто и всего полгода. Сегодня на игровом поле проверка, кто как тренировался. Кстати, сочинцы, а это команда «Снежные барсы», сразу после Олимпийских игр начала заниматься на профессиональном льду. Гости из станицы Северской Краснодарского края гоняют шайбу дольше, поэтому их игра выглядит более динамичной. На базе нашего катка создан вообще спорткласс. То есть некоторые дети занимаются в спортклассе. Эти тренировки происходят 2 раза – утром и вечером. Хоккеисты из Северской в самом начале игры задали тон. Счет открыл Даниил Питай под номером 10. Гонять шайбу, конечно, занятие увлекательное, но непростое. Сочинские хоккеисты заставляли нервничать самых юных болельщиков. Когда голы посыпались один за другим, болельщики из Северской тоже ликовали. Сочинцы не отчаивались, еще надеялись разыграться. Я еще могу кое-что сделать, только им сложно, Но ожидания не оправдались. Волки оказались волками. Они хорошо зачищали свои ворота и не подпустили к ним снежных барсов. И с разгромным счетом 16-0 гости из Северской вырвались в лидеры. Турнир продлится до 2 мая. На поле встретятся хоккеисты из Горячего Ключа, Армавира и Сочи. Встречи пройдут в разных возрастных категориях. А поболеть уже за взрослых хоккеистов можно будет с 3 по 10 мая. Здесь же на ледовых аренах «Шайба» и «Большой» пройдут матчи ночной хоккейной лиги. Вход для всех желающих свободный при наличии паспорта. Билеты распространяются только на гала-матч, который состоится 10 мая в субботу. Елена Овсецина, Демид Даниловский, телекомпания «ФКТ».